Hello, hi. Hello, hi. Привет. Здорово. А что ты в Японии делаешь? Почему у тебя японский написан? Мне VPN просто стоит. Ну, пусть все думают, что мы в Японии сидим тогда. Давайте И тут по-быстрому, уже надеюсь, японцы все тогда. сыграю одну песню по-быстрому. Я очень люблю эту песню, кстати, она очень старая такая, и в детстве очень много слушала. Друзья, всем привет, меня зовут Николай Попов, я играю на гитаре с 6 лет. И у меня сегодня день рождения, и получается, что я уже играю на гитаре 22 года. Лучшим подарком для меня от вас это будет подписка, лайк и комментарий. Также, кто хочет поддержать и поздравить меня финансово, то ссылки на донат я оставлю в описании. Под прошлым видео было два доната, это 500 рублей от Ивана и 1000 рублей от человека, который захотел остаться неизвестным. Спасибо им за поддержку. Также огромной поддержкой будет эта подписка на мой канал в Boosty и просто включить VPN и смотреть это видео. А чтобы не пропускать мои стримы и новые ролики, то нажимай колокольчик или подписывайся на мой телеграм-канал, там я сообщаю, что когда выходит. И про группу ВК тоже не забывай, ссылки в описании. А знаешь вот это вот? Эту Нирвану. А, Нирвана, ну это ж вроде все знают. Ура, ура. Да-да. Тогда две песни, эту и еще другую. Лайк. Красиво. Очень красиво. Честно да. Тебе скажу, красиво. Ты вообще красавчик. Знаете песню, кстати? Пока что нет. Thank you.
Yeah, very talent and amazing. Нормально, да, сыграл? Что? Вы же только что сказали, что с Сербии. Да почему я так говорите просто, тогда вы? просто сказал. Ну вы же мне не поверили, что я из Америки или что-то такое мне сказали. Русский акцент прекрасно слышно. У вас ну, убивает просто... звуки R. Тогда, а сами вы откуда? Я из России. Что? Вы прекрасно знаете, как в нынешней ситуации относится. Давайте я сыграю какую-нибудь песню. Давай. Давай. Какая? Вот ты помер без Максим. Да, правильно, это она и есть. Без слов была Деда Максим. Ну ты можешь подпеть, как бы, если хочешь. Не, мне голос не очень. А так бы подпела, да, эту песню? Этот вечер он провел с тобой. Загадаешь желание, что этот вечер он пришел туда. Этот вечер день прошел. Да просто не группа. Вот. Интересно, конечно, просто так, да не просто так. Не знаю, как-то странно вы какие-то, все какие-то сплоченные, крутые. Или я почему? Откуда вы? Еще один вопрос. Мы из Москвы. Да, я приеду. А, ладно, извините, если я вас испугала. Но я хочу послушать что-то. Вы прям крутышки. Take me to church, ой, знаете? Ой, я не люблю такое. А отрывы знаешь, что это такое? Да. Вот сейчас мы тебе отрывочек сыграем. Но... Давайте еще раз. Сейчас я сбился, еще раз сыграю. Давайте заново. Правда, вас не видно, она вообще должна быть в середине где-нибудь, чтобы прям ее прям видно, а ее не видно, вы ее как-то убрали. Круто, спасибо. Вот в омуте, вот это же это. Блин, скажи, как он. Как его? Не могу если... по-братски, я братан. Если вот это в омуте. Да, все правильно. Как она? Дайте мне белые крылья называется. Как так? Да, да. Как? Кто, певец? Как еще раз? Дайте мне белые крылья. Точно. Дайте мне белые крылья.
Улетаю в омуте. А, я, не, она называется «Я так соскучился», я немножко перепутал. «Я так соскучился». Точно, точно. Да. Я белые крылья, я улетаю в омуте. Привет. Привет, вы группа? Да. Как называется? Группа называется «The Light Tree». «The Light Tree»? Да. О, сыграете что-нибудь из своего репертуара? Ксюша не дает, знаешь, такую песню? Нет, не Слушайте, ребят, звучит как саундтрек к какому-нибудь нуар-фильму, вообще кайфово. Красавчик, вообще красавчик. Не, хорошо сыграл, правда. Лайк, 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 лайк. Было бы куда тыкать, я бы первый тыкал. Не тебе, я имею в виду это. А давай мы тебе сыграем другую песню. Может, «Интерстеллар» сыграем? Давай. О, я обожаю «Интерстеллар», пожалуйста, сыграйся. Ты еще в таком исполнении не слышал. Давай, так, да, так, такое исполнение, да. Давайте. Необычно. Надеюсь, вы не станете сегодня саундом для дрочера.
Класс, слушайте, напишите мне, пожалуйста, ваши контакты, чтобы я могла, ну, другие ваши треки послушать. У меня есть в каких-нибудь соцсетях или Ютубе? Группа The Light 3, и можно найти песни наши на Ютубе. У нас есть песня «Ксюша не дает», и мы с тобой ближе. Очень классно, спасибо большое, правда. Молодцы, продолжайте в том же духе. Все, спасибо. Все, давайте, пока-пока. Удачи вам. Как вырезать? Реально. Ну, орать я не буду. Ну, я не знаю. Ты просто... Ты волшебник. Честно. Ты волшебник гитары? Да. Да. А ну-ка, стой. Стой. Ты все равно на гитаре все? Да. Вот. Ты знаешь, что единственное? У тебя интернет заикается. И мне обломал весь скайп на второй песне. А я ж прослезилась на первой. Во мне прям все всколыхнуло. И, кстати, у тебя пальцы еще такие... У тебя пальцы как пауки. Если понравилось это видео, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, отправляй это видео друзьям, подписывайся на мои другие соцсети, можешь поддержать меня донатом. Все, всем пока!